Всем привет, это видео на канале Comfy.ua. Мы сейчас находимся на MWC 2015, это такая выставка в Барселоне. И смотрим на самый новый Samsung Galaxy S6. Он представлен в двух вариантах, и это оригинальная модель, которая с обычным незакругленным дисплеем. Смартфон получился намного более премиальным, чем был раньше, об этом свидетельствуют хотя бы материалы. Зацените, они полностью благородные, здесь у нас металл, здесь алюминий, причем очень хорошо закаленный, как нам сказали, и он не гнется, в отличие от некоторых других игроков на рынке. Смартфон, независимо от того, что он теперь стал металлическим, не сильно прибавил в весе, я не знаю, вообще прибавил или нет, но в руке ощущается как что-то действительно премиальное. Единственное, что отмечу, все модели, кроме черного и белого цвета, очень легко собирают отпечатки пальцев. Вот на этой вроде бы очень красиво выглядящей перламутрово, даже не знаю какой это цвет, голубой модели, отпечатки очень хорошо видны. И второе, что здесь теперь аккумулятор несъемный, он находится прямо под этой крышкой, но заменить его вы не сможете на ходу, это придется делать, наверное, в сервисном центре. Тем не менее, раз уже начал про аккумулятор, в этом смартфоне есть небольшая такая революция. Samsung сказали, что они первыми на рынке сделали так, что смартфон заряжается за максимально короткое время на максимальное количество часов работы. А именно за 10 минут этот смартфон сможет прибавить целых 4 часа работы. Это очень важно, если вы, к примеру, много путешествуете или у вас, в принципе, есть мало места быть подключенным к розетке, этот смартфон точно для вас. Говоря про производительность, смартфон, конечно же, стал мощнее, и независимо от этого он работает дольше, то есть процессор потребляет меньше энергии. Здесь 3 гигабайта оперативной памяти, встроенной памяти для ваших фоточек и любого другого контента теперь от 32 до 128 гигабайт, но отсутствует слот для карт памяти, как в айфоне. Говоря про дисплей, здесь 5,1-дюймовый экран с разрешением Quad HD, а именно 2560 на 1440 точек. Плотность пикселей просто нереальная, рассмотреть отдельный пиксель в принципе невозможно. Дисплей, конечно же, супер AMOLED и выглядит он просто шикарно. Большой акцент сделан на камерах. Фронтальная имеет апертуру 1,9 и разрешение целых 5 мегапикселей. Для того, чтобы валить селфики, камера действительно выглядит шикарно. Можем видеть, она очень широкая и делает реально качественные фотографии. Основная же имеет также апертуру 1,9, но разрешение целых 16 мегапикселей, как и в прошлом флагмане, но теперь она более светосильная и делает намного более качественные фотографии. Кстати, очень маленькое время для фокусировки вам потребуется, что тоже круто. Ну и, конечно же, стоит заметить, что в камере добавилась оптическая стабилизация, теперь получать фотографии с дрожащими руками будет намного легче. Также камера делает отличные снимки и видео в ночное время, когда освещения очень мало. Показывали на презентации на примере iPhone 6 Plus и Samsung Galaxy S6. Вот Galaxy S6 выигрывает по всем параметрам. Из других фишек стоит отметить, что камеру можно запустить даже из заблокированного состояния двойным тэпом по клавише Home. Android преобразился, теперь TouchWiz более плоский, выполнен в стиле Lollipop, это то, чего ждали многие. И последнее, это то, что Samsung внедрила свою технологию бесконтактной оплаты, бесконтактных платежей, которая называется Samsung Pay. В отличие от Apple Pay, вы можете оплатить не только в тех местах, где поддерживаются NFC-платежи, а в 90% всех других мест, где вы просто можете считывать карту, на презентации показывали, вы просто прикладываете телефон, и каким-то магическим образом оплата проходит. В общем, модель получилась классно, не забудьте подписаться на канал Comfy.ua в YouTube. Всем пока!